А, не рыба, а скелетина какая-то. Это рыба покупная. Приобретала я ее на Авито. А, был опт. Я брала 30 штук из 30. Вот этот экземпляр был самым крупным. Вот, он протянул у меня, ну, месяца 3-4 даже. Вот. Однако видно, что прям совсем сильная степень истощения, потому что у него, скорее всего, кишечная инфекция. Это маленькая сколярия, не может питаться. Сравнение могу показать вот моих. Причем по возрасту они одинаковые. Возраст одинакового. Жили единственное, что в маленьком объеме, поэтому не так, ну, в размере не так сильно набрали, в сравнении вот с ним. То есть это одни и те же сколярии одного и того же возраста, то есть братики-сестрички. Вот, у них вот такие размеры, потому что они жили в маленьком объеме. А вот у него большой размер, на объем уже такой достаточно подростковый. Вот. Хотела показать эту скелетину, думала выкинуть уже прям в живом виде, в таком, зачем ему мучиться. Но бывали у него просветления, почему он так долго протянул, целых 4 месяца, даже, не знаю, 3-4, сколько ему времени прошло, я не считала. Вот, он один выжил из 30. Но бывали просветления в том плане, что он какое-то время начинал питаться. Когда я давала, кидала живую артемию, он начал есть артемию. Когда давала мотыля, он начинал есть мотыля. А в какой-то момент он опять переставал все это дело есть. Корм он вообще ни в каком виде не воспринимает. Я не знаю, с одной стороны, жалко, вроде живой, борется, а с другой стороны, мучается. Не питается, сильно истощен. Не знаю, что с ним делать. В любом случае, шансов у него здесь уже мало. Естественно, что если он будет вот так вот в кустах прятаться, а так остальное население его может потюкать, погонять. Вот так вот.